Всем привет, ребята. Шахматный камбэк. Так, Никит, ну... Да, порти. Так, какой ход? Быстрее. Ну дай мне... Почему я не могу сходить? Так, скандинавка, все, порти дальше как хочешь. Хорошо. Гамбит меня сыграй. Это не гамбит меня, это бэйт какой-то. Нормально все. Занесли коняшку. Тут слон Е6. Слон Е6, конь Ж5. И что? Без фигуры. И что? Без компенсации. И что? Безнадежно. И что? Ну давай вот так пойдем. Зачем ты отключил у меня управление? Давай так. Это ужасный ход, надо с королем на Е8 отступать, конечно. У нас же камбэк. Зачем ты у меня управление отключил? Ну потому что ты уже испортил вроде. Да нормально все. Так, а, там бил. Ничего ж не произошло. Хочешь поменять ферзей? Бьем. Теперь надо как-то его спрятать, да? Да зачем? Он нормально стоит на Е6. Я вот ни одной угрозы у белых не вижу. А ты? Я вижу. Например, такую. Ну и что? Что делать? На Д7. Согласен. На Е8. 2-0 и... Коллапс. Творческий кризис. Ну конь Е5 надо играть. Или ферзь F6. На конь Е5, наверное, ладья Е1 будет. На ферзь F6 тоже. Там слон D7. Ну что-то надо делать. Зачем мы это делаем? Печально. Надо что-нибудь другое записать. Во время турнира как-то такие позиции. Король D8. Надеюсь, что он будет там как-то ловить кого-то. Слон E7 тогда. Да, восхитительная позиция. Что на ладье E6 делать? Ферзь F8. Скручиваемся. Ну или ферзь C3, наверное, ферзь C3 лучше уж. Нет, он коня решил поставить. Может быть H5? Может быть. Прочитал идею. Да. Ну все, пора мат давать. Угу. Личный план. Сейчас конь C7, и мы в самом разгаре процесса дачи мата. Ты же спровоцировал его на слон C7. И что дальше? Так, а почему ты на не отошел на F7? На F7? Да. На ферзь C4 тогда. Ну, король G6. Ладья H6 без ферзя. А. Почему на ладью не забрал? Ферзь висел. Так. Это неприятно. Конь E5, может? Конь E5 D4. Взяли конь G5. Что делать? Что делать? Ну, меняем ферзей? Да. Эндшпиль без 15 пешек, это наше все. Ты будешь, наверное, ого. Дает туда развиться. Он хочет на Б7 ударить на любой ход. Ладья Б8. Да. И потом ладья через... Да, основной F4. Ай-яй-яй. Больно. Так, ну может быть конь F5? Не, нас как-то совсем тут сбивают ногами. Неприятно даже. У соперника рейтинг неплохой. Вот твой ударчик. Ладно, крутим. Ты это видел? В смысле? Ну, вот это. Чтобы нет, он не видел. Просто так сыграл конь опять. Он сейчас пойдет ладья b1. Ферзя возьму. Что? Ферзя возьму. А, нет. Понял. Как ты заехал он уже? Качество лишнее тем временем. Да, только у меня пешек. Ну, у нас качество. Попытка разменять ферзей. Да. Ой, слушай, а конь-то теряется. Я не знаю, почему он их поменял. А что делать-то, конь потерялся? Видимо, уже ничего. Ладья это слишком много в такой позиции. Слушай, ну... Фантастика. Хитрый. Вот. Что у нас получилось? Ладейка за три пешки? Много пешек у него, но боюсь, что ладья тут сильнее намного.
Ну тут он будет еще флаг рубить. Пусть рубит. Это его право, в конце концов. Как образовать проходное? Нам? Да. Вот у нас проходная уже. Ну все, победа. 20 секунд, конечно. У нас уже больше пешек. О, фантастика. Одна. Ну все, тут можно сдаться. Мат в три хода. Да, всем спасибо за внимание. Всем спасибо.